яблок – это самый распространенный и привычный для нас фрукт. Но студенты факультета прикладной биотехнологии ОГУ даже из простого яблока смогут приготовить такое блюдо, которое поразит воображение. Сейчас в настоящее время теряются наши традиции. Яблочный спас проходит летом. Студенты у нас летом отдыхают, поэтому мы не могли летом провести эту лабораторную работу, и мы решили ее для будущих студентов показать, что можно приготовить из яблок, какие блюда, какие традиции проводились с яблочным спасом. Девочки, на презентации будет расскажут. Несложные блюда, и мы готовим их в первый раз со студентами, потому что это, в принципе, у нас обычная лабораторная работа. Сегодня готовила яблоки, запеченные с творогом. Мы вынимали сердцевину из яблоков, потом накладывали начинку туда. Начинка состоит из творога, изюм, столовую ложку манной крупы, сахар, а затем все закладывали в яблоки. Я сегодня приготовила яблоки в кляре. Вот, я сегодня, говорю, их почистила, помыла, кляр приготовила. Так как привезли новое оборудование к нам на факультет, вот, это фритюрница. Мы сегодня как раз ее первый раз попробовали. Яблочные драники, яблоки, запеченные в тесте с корицей, моченые яблоки, шарлотка из яблок и даже яблочный суп. Все это можно было сегодня не только увидеть, но и попробовать лично. Анастасия Рожкова, Олег Дерендеев, ЮТВ, Оренбург.